HTC EVO 3D. Разбор. HTC EVO 3D – смартфон с 3D-экраном, не требующим специальных очков для просмотра стереокартинки. Двойная камера позволяет делать стереоснимки и записывать HD-видео в 3D. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку и извлекаем АКБ. Выкручиваем винты по периметру телефона. Отщелкиваем GSM-антенну. Лопаткой поддеваем заднюю панель и снимаем ее. Отсоединяем шлейф 3D-камер шлейф дисплейного модуля шлейф верхнего модуля. Затем отклеиваем черный стикер и отсоединяем шлейф нижней платы. Далее снимаем вибромотор. Разворачиваем системную плату. Отсоединяем коаксиальный кабель. Отгибаем черную наклейку и снимаем желтый стикер. Отсоединяем разъем подсветки функциональной сенсорной клавиатуры и разъем дисплейного модуля. Снимаем системную плату и полностью убираем черную наклейку. Откручиваем два винта и снимаем 3D-камеры. Снимаем модуль вспышки. На системной плате находится комбинированный считыватель сим-карты и карты памяти, контроллер питания, коннектор АКБ, разъем гарнитуры. На обратной стороне системной платы находятся процессор, флеш, системный разъем, кнопки громкости, кнопка включения. Откручиваем два винта и снимаем верхний модуль. На нем находятся фронтальная камера, датчики сенсора и второй микрофон. Аппарат разобран.